Мне звонит моя дочка. Когда она мне сказала, что к нам ломится чужая женщина, я даже в это не поверила. Потому что когда смотришь новости, и у всех там какие-то истории, ты это воспринимаешь как что-то из книг, вот, что с нами такого не может произойти. Вот, естественно, я испугалась, побежала в сторону дома. Вот, вызвала полицию, потому что я не знала, может, она с ножом, может, она еще что-то. Но она была пьяная и буянила в подъезде.